Это Мира. Ей 9 лет. Папа, мама и старшая сестра Даша очень ждали рождения Миры. Мы радовались маленькой этой девочке, которая всех удивляла тем, что она развивалась очень быстро, не по годам. Она очень рано пошла, она очень рано начала говорить. Когда Мире было 1,5 года, ее состояние стало резко ухудшаться. Девочка перестала ходить, ее мучили страшные боли. Врачи поставили Мире тяжелый диагноз – болезнь Краббе. Это заболевание белого вещества головного мозга, которое постепенно разрушается. То есть это влияет на координацию, ну, на двигательную активность, на все речевые функции, на глотательные функции. Постепенно умирает головной мозг. Сейчас Мира практически не может двигаться и уже ничего не видит, но она хорошо слышит. И старшая сестра читает Мире сказки. Врачи в РДКБ в Москве сказали нам, что нам нужно это просто принять, что лечения от этого заболевания абсолютно нет. Легкие Миры функционируют плохо. Ей необходимы дорогостоящие аппараты, которые помогают девочке дышать. Еще организм Миры не принимает обычную пищу. Врачи установили ей гастростому, специальную трубку в животе. Мира ест специализированную аминокислотную смесь, да, баночка, которая там стоит, условно говоря, там от 5 до 6 тысяч. Папа Миры постоянно работает, но семье было тяжело справляться с болезнью девочки самостоятельно. Тогда они обратились за поддержкой в детский хоспис «Дом с маяком». Они взяли нас под свою опеку, и уже невролог приехал к нам домой, и мы хоть как-то смогли подобрать Мире терапию, чтобы, ну, вот она не испытывала этих болей. Детский хоспис «Дом с маяком» предоставляет Мире медицинское оборудование и питание. Каждый день девочке необходимы лекарства и расходные материалы. И, конечно, моя мечта, чтобы, несмотря на эту тяжелую болезнь, которая досталась моей дочери, она была стабильна, ей было комфортно, она не испытывала болей. Другой мечты у меня нет. Моя мечта сформировалась благодаря Мире. Я стала увлекаться медициной. Я хочу помогать таким маленьким пациентам, которые нуждаются в поддержке, в первую очередь в любви, в заботе. Потому что паллиатив – это не про страх, не про боль. Это про людей и про то, как сделать их жизнь уютнее в такой тяжелый момент. Хотите помочь Мире Алидодовой? Отправьте в фонд «Дом с маяком» смс на номер 1220 с суммой пожертвования, например, «Маяк 500». И не забудьте ответить на смс-подтверждение, иначе ваша помощь не дойдет.